This week, we welcome Ukrainian artist Nopi onto the channel. Nopi is an artist I've been following personally for years, first discovering him through his Grey Cloud EP on Anjuna Deep. His talents have landed him on many other respectable labels like Songspire, All Day I Dream, When We Dip, XYZ, Kiksuya, and more. His prolific abilities have also landed him plenty of work as a Ghost producer. Before we get started, please make sure you go down to the settings and enable subtitles, as for the rest of the session, Nopi will be speaking in his own language. And now over to Nopi. Всем привет, меня зовут Нопи. Сегодня мы вместе с Body Quaves будем записывать трек с нуля. Это мой первый экспириенс в записи продакшн мовиков. Надеюсь, что вам понравится то, что у нас получится. И вы найдете какие-то для себя новые приемы или новые фишки в продакшене. И также найдете какие-то ответы в плане написания моих, так сказать, атмосфер. Так что приступим. Что будет вот это вот. На бочке я сразу использую стандартный плагин KickTweak. Следующее, я постараюсь найти какую-то идею для этого, будем пользоваться дивой. Тоже можно использовать подобные скейлы. Это помогает быстро найти подходящие ноты. Thank you.
Вот основное настроение трека. Сейчас хочу добавить дилей. Где он? Вот он. Еще хочу найти к синтезаторам этим атмосфер. Хочу найти какой-то бэкграунд звук или атмосферу тоже.
И хочу, скорее всего, сделать клэп как с ремшота, что-то типа такого нестандартный.
Кстати, также, когда вы пишете треки, не забывайте, что у минорных есть, это, так сказать, теория музыкальная, что у минорных тональности есть параллельные мажорные. Можно в них искать дополнение к треку, которое будет звучать в миноре, хотя весь основной трек в мажоре. Это я, кстати, недавно обнаружил. У Г G-flat, не G-flat, а G-мажора, E-минор параллельно получается. И сейчас я хочу найти какую-то... Найти какой-то вокал или сэмпл и поменять его ближе к той... тональности.
сейчас хочу заполнить как-то вот это вот пространство, даже, наверное, больше вот это, добавить, возможно, какой-то еще один пад. Все остальное, думаю, что нужно сейчас насыщать более идеями. Я, возможно, сейчас буду меньше комментировать это, но сам процесс, если будут какие-то особенные вещи, я прокомментирую. Поэтому не обессудьте. Можно сделать такой вот аплифтер вокальный.
подобную вещь можно использовать очень часто, делать как сухой сигнал и так больше контроля над вещами, дилеями и прочим.
Так, ну, в принципе, как основа готова. Я думаю, что стоит приступить к структуре. Самой ранжировки, так сказать. Также сейчас сделаю очень интересную вещь. Сделаем из вот этого вот кусочка очень большую атмосферу, которая будет тянуться на весь трек. Атмосферу можно сделать свипы вокальные еще дополнительные, исходя из этого кусочка.
Добавить райд и сделать чуть громче. Так, арпеджиаторы все хочу сделать тише. Эту вещь, да, тоже можно автоматизация немножко поиграться. Сделаем такие функции.
Так, тут мы сейчас немножко покреативим яму.
также будем сейчас пробовать его разнообразить, этот какой-то орган экзатор. Я стараюсь вообще меньше склеивать эффектами. Стараюсь сделать, чтобы оно было более...
Но в целом, я думаю, что подобную атмосферный трек, прям такие насыщенные мелодии не особо нужны. И я думаю, что стоит ставить именно уже в таком моменте, возможно, типа со временем что-нибудь еще до него добавлю, чуть позже. Но сейчас давайте послушаем полностью. Сейчас я, возможно, немножко сделаю, использую стабилайзер, чтобы он немножко частоты мне сейчас сделал, так как уши у меня начинают уставать. Так что давайте сейчас послушаем полностью и на этом будем потихоньку завершать этот обзор. Thank you.
Ну, в общем, как-то так вышла подобная история. Я еще думаю, что стоит немножко доработать некоторые элементы, но так как у нас ограничение по времени, это может длиться бесконечно днями. Поэтому спасибо всем, кто смотрел, и до новых встреч!